Реклама, которую вы видите, соответствует действительности. В цехе комбината бытовых услуг сделают все, что угодно для души заказчика. Причем сделают быстро и красиво. Мастера в отделе бытовой техники тоже известны своей обязательностью. Каждый заказ исполнять добротно и в срок. Таков девиз всего предприятия. Обслуживает оно Сарпинский район Калмыцкой АССР. Вдумайтесь в цифру. 300 видов услуг для жителей села. Среди них и такая для владельцев приусадебных участков. Огородная рассада в большом ассортименте. Конечно, это удобнее, чем выращивать на подоконнике. Работники сельского сервиса проявляют много заботы о тех, кто живет и трудится в степи, далеко от райцентра. Сарпинское управление бытового обслуживания систематически перевыполняет план и является победителем республиканского соревнования.